За год работы в два раза больше обращений услугами Белокуракинского бюро бесплатной правовой помощи воспользовались 500 местных жителей, пенсионеры, участники АТО, переселенцы и те, для кого помощь частных юристов не по карману. Оформить субсидию, наследство, уладить вопрос с пенсией. Подробности в сюжете Елены Зверхановской. Василий Иванович в Белокуракинском бюро правовой помощи – частый клиент. В этот раз мужчина оформляет субсидию. Ему нужно собрать множество документов. Говорит, самостоятельно с этим не справится. Обратився в мене насчет документы на ці оформлені, насчет субсидии. И там пристройки, все на світі. И я сам не можу це все решить, и я обратився, чтобы помогли мне. За год работы получить бесплатную консультацию или юридическую помощь сюда пришли более 500 белокуракинцев. Вопросы, по которым к нам обращаются люди, это самые различные. Семейное право, наследственное право. Ну вот сейчас очень много обращений, люди не согласны с размером их пенсии. Обращаются и по лишению родительских прав. Местные центры бесплатной правовой помощи появились в 2012-м. Они обслуживали сразу несколько районов. Через 4 года в каждом райцентре стали открывать подобные бюро. Раньше, вот первый год деятельности, мы сталкивались с такой проблемой. Человек обращается, находит как-то наш контакт, там позвонит, но добраться ему, собрать документы необходимые, это была проблема. А сейчас очень удобно, и количество обращений увеличилось в два раза. По словам правоведов, украинская система бесплатной юридической помощи признана одной из лучших в мире. Есть выводы международных экспертов, которые признали систему бесплатной правовой помощи в Украине одной из лучших в мире. Украина смогла построить действительно реально действующую систему бесплатной правовой помощи. И она реально помогает людям. На сегодняшний день в Луганской области работают 3 местных центра на несколько районов и 18 бюро. Получить юридическую помощь здесь могут те, кому услуги частных юристов, нотариусов и адвокатов не по карману. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Подии.